Добрый день. Мы находимся в лаборатории печатной графики художественного факультета Института кинематографии имени Герасимова. Лаборатория печатной графики появилась в институте где-то около 5 лет назад по инициативе Валерия Валентиновича Архипова при содействии нашего ректора Малышева Владимира Сергеевича. Мы будем сейчас проводить мастер-класс по сухой игле. Это один из видов печатной графики и вообще один из видов гравюры по металлу. Помогать мне будет наша студентка третьего курса Даша Шлямина. Я расскажу о том, какие вообще виды печати существуют и какие существуют техники печатной графики. Печатная техника – это первые в мире техники, которые стали тиражироваться, так же, как и мультфильм, как кино, как многие современные средства массовой информации. Они, это тиражная вещь. И вот первая в мире, эта тиражная вещь была графика, которая вся включала и продукцию, которая тиражировалась, и она была более демократичной, как бы, эта техника. И поэтому она вот сейчас для нашего, как бы, вот, образовательного процесса имеет, в общем, достаточно большое значение, потому что это и выбор бумаги, это и подбор материала, и сопротивление материала в процессе работы. Что представляет себе сухая игла? В ней, во-первых, нет травления, это тоже уже как бы плюс. Это довольно спонтанная техника, где можно рисовать практически на доске даже без подготовительного рисунка. Ну, лучше, конечно, все эти спонтанные вещи делать с подготовительным рисунком. И пусть это как бы было бы такое все... Короче, как любой экспромт, он должен быть хорошо подготовлен, так скажем. И поэтому вот в этой технике, в принципе, вот этот момент как бы присутствует. Хорошо, когда это сделано живо, когда... с таким быстрым, потому что сама техника позволяет. То есть это не то, что там лак, допустим, закрывается доска лаком, целый процесс шлифуется. Здесь берется доска и рисуется обычным иглой с твердым наконечником. Инструменты в нашей технике используются разные иглы, гладилки, выколотки. Материалом для сухой иглы, вообще для афорта, может служить медь. Ну, как и было в свое время, когда этим занимался Рембрандт, допустим, Дюрер и так далее. Цинк, сталь, алюминий. То есть все вот металлы мы можем использовать для гравюры, углубленной гравюры по металлу. Пока наша Дарья занимается изготовлением печатной формы, то есть гравирует ее и готовит эту форму, мы сейчас замочим для нашей как бы, гравюры, для печатной гравюры нашу бумагу. Бумага используется литографская специальная бумага. Она мало проклеенная, чтобы в нее хорошо проникала краска. Мы набираем в ванну воду. Вот такой у нас процесс. Потом берем лист бумаги, замочим там пару листов и заводим ее в воду. Вот таким вот путем, в общем-то. Какое-то количество времени мы выжидаем, значит, чтобы она размокла как следует. И достаем ее оттуда и отбрасываем на наш вот этот вот щит. Бумага стекает. Потом мы берем промокательную бумагу, то есть такую фильтровальную бумагу. Потому что цель наша, чтобы эта бумага была сильно увлажнена, но воды на ней много не оставалось. Мы ее снимаем отсюда, кладем на промокашку нашу и промокаем. Проверяем мы ее еще раз. Ага. Если она еще имеет такие блеск на ней, значит, надо ее еще раз промокнуть. Для того, чтобы печатать, вот мы сейчас делаем как бы пробную печать, вероятно, в одном экземпляре, там двух может быть. А так, когда печатается тираж, допустим, 100 штук или 200, то заготавливается сразу стопка бумаги, складывается она, кладется в такую, не, чтобы она не сохла, кладется, закрывается целлофаном, в общем-то, и весь процесс с бумагой вот и закончен. Бумага подготовлена к работе,
все, мы пока ее откладываем в сторону и начинаем заниматься следующим этапом. Это готовим краску для печати. Краска существует у нас двух видов. Для высокой печати и для глубокой печати. Принципиального отличия нет. Это все основано на технологии типографских красок. Поэтому мы сейчас готовим краску таким вот образом. Отличие такое. Чтобы она с доски хорошо снималась, мы, в общем, добавляем туда мыло. Грубо говоря. По всем инструкциям было написано, добавляем мыло зеленое. Потому что, видимо, с дореволюционных периодов переписываются книги. Из книги в книгу присутствуют, такие штампы, что должно быть зеленое мыло. Когда мы начинали заниматься, зеленого мыла вообще нигде не было. Но в инструкции было написано, покупайте его в аптеке. И мы поэтому использовали просто жидкое мыло, и сейчас таким же образом мы используем. Хотя сейчас зеленое мыло появилось в магазинах, можно купить его. Вот сейчас у нас просто краска, она уже заготовлена специально, все, тут есть у нее и мыло, и все остальные ингредиенты. Мы ее кладем, таким вот образом достаем из воды, заливаем водой, чтобы она не сохла, кладем ее на камень. Камень мы называем... Это литографский камень, но он уже не используется в работе, потому что он зажирен сильно. И мы его используем как для раската краски или для замеса краски. Вот. Берем шпатель, размешиваем эту краску таким вот образом. Краска типографская, она очень тонкотертая, поэтому, когда мы начинаем с ней работать, в принципе, надо... Так как она тонкотертая, она не очень хорошо отмывается с рук. Поэтому для того, чтобы начинать работать с этой краской, мы в обязательном порядке намыливаем руки, чтобы потом можно было их помыть нормально, более-менее хотя бы, чтобы выглядеть после работы, так скажем. Все, краска у нас вот таким вот образом заготовлена. После этого мы берем мыло, намыливаем руки. Надо, чтобы мыло это просохло. И мы тогда приступим уже к следующему этапу, к забиванию доски краской. Будем забивать форму, которую Дарья уже подготовила. Вот сейчас она ее нам принесет. И мы покажем, как идет процесс забивания доски. Вот наша заготовленная доска. Мы берем вот такой вот инструмент. Может быть, картонка, может быть, еще что-то такое. Часто мы заготавливаем, даже иногда мы печатаем какой-нибудь карточкой. Но так как это сухая игла, у нее есть такая особенность, выступающие элементы, барбы, в которых будет и краска, и снаружи лежать, а не только в самих штрихах. Поэтому мы постараемся забивать ее как можно более, нежно. Не вводя по одному и тому же месту много раз. Сам процесс забивания доски краской вот такой. Следующий этап. Мы берем такую специальную марлю проклеенную и этой марлей разравниваем вот эту краску вот таким вот образом. И все. То есть она уже стала более-менее равномерна по всей доске. Сейчас следующий этап. Надо будет ее вычищать. Я сначала покажу, как мы это делали. Несколько способов разных существует. Один способ вот такой. Чтобы как можно больше сохранить саму доску, чтобы она не испортилась, мы кладем доску туда, наматываем руку ветошью и вот таким вот образом вытираем. Это один способ подготовки доски. И длительный, но зато наиболее безопасная для доски. То есть она надольше сохранится, и мы сможем делать большее количество отпечатков. Это вот один способ. Сразу же покажу следующий способ. Следующий способ так. Мы нарезаем такую мягкую бумагу, газетную, газетную, как такой макулатурный лист. Кладем и вот таким вот образом, не спеша, протираем. Если доска, большая, ее вот так на руках уже трудно держать, то она лежит у нас на столе, и мы просто все, не поднимая эту доску, забиваем краской. Все большое количество времени занимает. Эту доску мы готовим, вот таким вот путем. Все. Мы примерно ее вот таким вот образом вытерли. Сколько нам надо будет потратить бумажек, это не важно. Потом можем доводить какие-то элементы калькой, например, вытереть
какой-то один фрагмент посильнее. Потому что сухая игла сама по себе как техника, она предполагает, что мы не только в процессе гравирования вот у нас идет, и мы, но и процесс печати. То есть мы можем даже с помощью печати изменить гамму вот этой работы, что-то выделить, что-то, допустим, наоборот пригасить. То есть сама печать это предполагает. Если, допустим, в печати травленого штриха это не предполагается, там травленый штрих травится по шкале, по глубине, и все. Здесь мы можем за счет печати. То есть мы в пробное делаем несколько разных оттисков, выбираем из тех, которые нам больше нравятся. Допустим, мы можем делать светлый, темный, можем где-то затемнить, высветлить. И после этого, когда мы выбираем, мы делаем уже тираж. То есть, значит, следующий этап уже будет непосредственно этап печати. И пока мы ее положим, и будем переходить к нашему оборудованию. Значит, мастерская печатной графики укомплектована у нас тремя прессами на сегодняшний день. У нас есть пресс для афорта, для глубокой печати. Потом у нас есть еще печатный пресс для высокой печати, для ксилографии конкретно, потому что у него большое такое вот рабочее поле до 5 сантиметров. И печатный пресс для линогравюры. Мы доску нашу забили краской. Теперь мы берем фетр, расстилаем его на талер. Теперь мы немножечко наезжаем на этот фетр. Давайте покрутим чуть-чуть. Ага, вот так, стоп. Теперь мы выставляем давление вот таким вот образом. То есть давление мы выставляем, ну, естественно, на, мягко говоря, на чувство. То есть как бы мы можем каким образом делать? Вот мы первый пробный прокатаем, если есть какие-то, допустим, недодавлено или передавлено, мы можем или ослабить, или усилить его. Или одна сторона может быть усилена. Вот мы выставили давление. Отбрасываем фетр. Сейчас мы на этот талер положим нашу заготовленную форму. Вот таким вот манером. Следующий этап. Мы закрываем ее той самой бумагой, которую мы заготовили на предварительном этапе. Бумага у нас влажная, не блестит, все отлично. Кладем и заводим ее прямо. И как можно точнее кладем. Закрываем ее фетром и крутим колесо нашего пресса. Ну, крутим не спеша и не быстро. То есть какая-то средняя такая скорость, чтобы краска, во-первых, успела впитаться в бумагу и чтобы не стояла. Если будет стоять где-то, могут остаться полосы. Ну, в принципе, у нас форма небольшая, будет все хорошо. Откидываем фетр и поднимаем не спеша наш оттиск. Мы поднимаем не спеша не только потому, что хотим, а чтобы резко нельзя, иначе могут бумага оторваться и остаться на доске. Сейчас мы отпечатали, значит, пробный оттиск, посмотрели, все как бы хорошо. Следующий этап, мы должны будем его высушить. Ну, это мы не будем сейчас показывать. Короче, мы обычно сушим двумя способами. Или наклеиваем на планшет, когда он высыхает, срезаем. Или кладем под пресс и ждем, когда это все высохнет. Допустим, неделя, две, там он пролежит, он будет очень ровный, хороший, все, не замятые листы. Но после этого самое главное в гравюре. Гравюра должна быть подписана автором, конечно. Подписывается она таким вот образом. С одного края, если мы делаем пробный оттиск, мы пишем ПО там 1. Если три пробных оттиска, ПО, 2, 3, вот так вот. Потом пишем материал, сухая игла. Потом следующий этап, название пишем, ставим свою подпись. И в конце, в углу пишем год. Надо в идеале, в принципе, так и надо, чтобы это все не выходило за границы вот этого оттиска. Мелко, в две строчки, но ничего не должно выходить. Если мы делаем тираж, а тираж мы делаем, допустим, 30, 40 или 100 штук, ну, мы можем по-разному как бы делать, в зависимости от потребностей и так далее. Тогда мы делаем так, подписываем так. Вначале мы пишем, если у нас 100 штук, то пишем 1, 100, следующий 2, 100. То есть это второй из 100, третий из 100 или сотый из 100. И вот таким образом каждый оттиск, подписанный художником, имеет уникальную свою как бы нумерацию. И в то же время это все оттиски похожи, но они все разные расписаны, как бы, и у них ограниченный тираж.
И мы точно знаем, что вот 100 штук, все, других как бы вариантов нет. Вот готовый оттиск, в общем-то, наш результат нашей деятельности. Thank you.